Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы задали его несколько в таком отрывистом стиле. Вот. То есть как будто бы он несколько вырван из контекста. Вот. Как будто бы, ну, у вас как будто бы диалог. Вот внутренний идет, и какой-то частью этого диалога вы решили поделиться с нами. Вот. Это нормально, в этом нет ничего плохого абсолютно, то, что вы решили так поступить. Вот, вам так хотелось, вы так сделали, вот, ну просто я хочу сказать о том, что это, на мой взгляд, бросается в глаза. Вот, бросается в глаза, то, что диалог как бы вот, ну, сейчас только диалог. Итак, как пережить, когда тебя обвиняют в том, что ты целенаправленно семимильными шагами вел любимого человека в могилу? Ну, во-первых, любое обвинение – это манипуляция, вот. Это такая вот попытка манипулировать вами, например, да? Любое обвинение – это способ… такой вот способ перекладывания ответственности на другого человека, в данном случае, как я понимаю, на вас. То есть обвинение — это вот история про именно перекладывание ответственности, то есть, и, соответственно, человек, который обвиняет, он становится автоматически не отвечающим ни за что вообще, тогда как другой человек, вот, в данном случае вы, становится отвечающим за все. Вот. И, естественно, как вы можете видеть, здесь идет перекос. То есть на одного человека все, у другого человека ничего. К одному человеку куча претензий, к другому человеку вообще никаких претензий нет. Вот. То есть как бы это вот довольно негативная история, как мне кажется. Вот. С вашей стороны, то, что вас обвинял, это вопрос личных границ. Вот. Это именно что вопрос неумения отграничить себя у другого человека, да, оставить ему его какое-то вот восприятие. Вот, оставить ему какое-то мнение
и так далее. Почему? Потому что вы сами испытываете вину. Вы сами требуете от себя, сами бичуете себя, сами там, условно говоря, да, наказываете себя, вот, и так далее. И по понятным вполне причинам, да, самому нелегко, нелегко. И человек, получается, по большому счету, просто озвучивает вам ваши собственные мысли, ваши собственные слова. Вот. Понятно, что смерть близких людей, да, всегда очень тяжело и болезненно, вот, на то они близкие люди, но важно правильно проживать потерю близких людей. И правильно тот опыт, который который условно говоря вы можете получить этот опыт необходимо адекватно понять и принять. Вот. Если этого не происходит, то, к сожалению, к большому сожалению, человек застревает. Вот, ну вот, в принципе, можно сказать, что вы как раз-таки застреваете в этом, ну вот, в этом состоянии оплакивания, например, своих близких людей и так далее. Дальше. Спать невозможно, слава Богу, с этим нужно работать, это непрожитые переживания и боль. Много родных сохранено, в любом случае чувство вины всегда есть, недоговорение, досмотрели, но с этим нужно работать, можно, условно говоря, переживать потерю близких людей, не испытывая чувство вины. Можно. Я бы не сказал, что это легко, конечно. Я бы не сказал, что это прямо вот очень легко. Я бы не сказал так. Но научиться этому, научиться можно. Конечно, если вы этого хотите, то есть, ну, конечно, если вам это интересно, да, то научиться этому можно. Вот. Другой вопрос, да, вот что, как бы, не совсем понятно, хотите ли вы этого. Вот. То есть не совсем понятно, хотите ли вы этому научиться или нет.
Потому что вашего текста там следует. Так, ну, вводить человека, даже молодого, в целенаправленную могилу, это как, ну, как жить, если тебе это внушают. Ну, понимаете, когда вы говорите, что вам это внушают, вы также ведь перекладываете ответственность с себя на другого человека, говоря о том, что мне это внушают. При этом вы игнорируете свою активность. То, что вы с этим соглашаетесь. Вот. Это очень важный момент. Если вы соглашаетесь с этим, то это ваша активность, что вы с этим соглашаетесь. И это ваш выбор с этим соглашаться, понимаете? Какая штука. Поэтому я бы сказал, что в первую очередь здесь вопрос именно к вам. Каким образом получается, что вы с этим сами согласны? Как так получается, что вы с этим согласны? Вот. Я думаю, что это можно, в принципе, поисследовать, и можно это разобрать. Я думаю, что тут есть потенциал для психотерапии. Вот, сестра моего гражданского мужа пишет, вы делает мне больно. Понимаю вас и сочувствую вам. Нужно с этим работать. То есть вот с тем, что вам делает она больно, это ваша боль. Вам это выйдет, да, но она, ну, условно говоря, может наступать вам на больные места, которые у вас, которые у вас есть у самой. Она может наступать вам на больные места, это правда. Вот. Но вам нужно как бы все-таки взять на себя ответственность за свои чувства. Если сестра вашего мужа гражданского делает вам больно, то это означает, что вы сестру подпустили слишком близко к себе. Вот. Это означает, что она подошла к вам ближе, чем, ну, условно говоря, ближе, чем, условно говоря, вы, ну, чем вы хотели, чем вам комфорт, грубо говоря. Вот. И, соответственно, конечно, вам от этого легче не становится. Вот. Ну и, кроме этого, вызывает вопрос история с гражданским мужем, потому что, извините, но гражданский муж — это не муж. Вот. Гражданский муж — это сожитель. Получается, что вы сожительствуете с мужчиной, это тоже вопрос вашей самостоятельности и осознанности вашего выбора. Вот.
ну, осознанности, сознательности вашего выбора и вашего решения. Вот. Потому что насколько вас устраивает жить с кем-то, вот, ну, без обязательств, да, по сути. То есть ведь все равно в какой-то степени, скорее всего, вас обесценивают в этих отношениях. Вот. Поэтому тут нужно смотреть, исследовать. Вот. И помогать вам работать как с чувством вины, которое у вас есть, например, так и с личными границами, вот, которые, на мой взгляд, у вас, ну вот, не простроены, я бы так сказал. Вот. Вот такой ответ хотел бы вам я дать. Такой ответ. На этом все, пожалуй. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, повторюсь, потеря близкого человека. Это травма. Всегда серьезная драма, к сожалению. И ее нужно прожить, как любую другую травму. Вот. Если этого не сделать, то человек может застрять в этом. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вот. Будем рады помочь.